Фольклорное отделение в Демиховской школе искусств самое молодое. Оно открылось ровно год назад после переезда в новое здание и сразу стало набирать популярность среди учащихся. Кто-то выбрал его как основное отделение, кто-то совмещает, занимаясь и в других студиях ДШИ. Многие воспитанники бегут сюда после школы, чтобы успеть позаниматься и танцами, и зо, вокалом, и игрой на музыкальных инструментах. В школе я занимаюсь на танцах, на вокале и также играю на фортепиано. Изменилась атмосфера, ученики стали больше понимать педагога. У них нет замкнутого пространства, как было раньше. Они воображают и, то есть, видят это искусство. 600 человек. Сегодня именно столько обучается в школе искусств. И это не только жители Демихова. Именно к этим преподавателям в студии хотят попасть и школьники из Орехово-Зуево и других деревень округа. Новая школа, которой мы уже второй год в этой школе живем, очень все удобно, комфортно, потому что старая школа, она была маленькая, небольшая и разбросана была в клубе и в другом там здании. Очень было, конечно, комфортно. Этот концерт учащиеся готовили к юбилею школы, который должен был состояться еще год назад, но из-за пандемии его пришлось перенести. За это время в копилке учащихся и педагогов стало еще больше наград творческих конкурсов разного уровня. С праздником и победами коллектив школы искусств поздравили заместитель главы администрации округа Светлана Кузнецова и исполняющий полномочия председателя комитета по культуре, спорту и работе с молодежью Надежда Лугунова.